у Эльдара есть вот такая большая сумка с продуктами, чтобы мы могли с ними играть, кормить наших зверьков разных, кормить наши игрушки. Эльдар покажет, какие там у него есть продукты. Что это? Покажи. Это шоколадка. Дай маме шоколадку попробовать. Очень вкусная шоколадка. Ам-ням съест шоколадку. Ам-ням. У Эльдара еще есть батон. Булочка такая, батончик. Вот какой батон. Ням-ням-ням. Очень вкусно. Еще есть такие булочки делать сэндвичи. Фу, да. А банан, есть банан у тебя? Вот, целых два банана. Скажи банан. Сынок, скажи банан. Эльдарчик умеет говорить банан? Что еще у Эльдара есть? Есть у Эльдара клубника. Эльдарчик летом кушал клубнику у бабушки. А это сосисочка. Ням-ням-ням-ням, сосисочка. И кубик попал в сумку с продуктами. Кубик попал. Что еще есть у Эльдарчика? Виноград. Есть черный виноград, а есть зеленый виноград. В – виноград. А это А – ананас. Ананас, ананас. Шишка сладкая у нас. Да. Ты нашел лимон? Он сладкий? Да. Сладкий лимон? Да. Кислый. Лимончик. Мама в чай любит ложить лимончик. Так, показывай, что еще у тебя есть, какие продукты. Есть пончик. Шоколада. А есть обычный пончик. Но ам-нямчик все съел. Так, Эльдарчик ищет, что еще показать. Это салат у тебя. Можно ложить на булочку и делать сэндвич, как в Макдональдсе. А это арбузик. Он с косточками. Их нужно выплевывать. А, арбуз. Вот так ам-нямчик кушает, а косточки выплевывает. Ням-ням-ням, все скушал. Здесь в баночке лежит масло. Мазать на хлебушек. А это долька апельсина. Вкусный апельсин, сладенький. А Эльдарчик сегодня кушал мандаринки. А еще здесь есть две ножки курицы. А Эльдар нашел горошек. Горошек. Покажи, какой горошек. Вот такой зеленый, круглый. Его можно кушать с чем-нибудь. Есть помидоры. Есть целые помидоры. А есть вот уже такие нарезанные. Их тоже можно положить в сэндвич или сделать салатик. А еще у Эльдара есть мороженое. Рожок. Вот так Эльдар кушает. Есть белый, а есть розовый. Мы ходили в Макдональдс, и Эльдарчик там кушал мороженое, рожок. Вот такой рожок, да, беленький. Вот еще одна помидорка.
А здесь соль. Солить блюдо, когда готовишь. Сам будешь доставать? Живой. Что мы еще не показали? Еще одно мяско, курочка. Вот еще одна ножка. Ее можно, например, кушать с горошком. Еще у нас есть картошка, и с картошкой будет такой обед. А здесь в баночке лежат фрукты. Да, консервированные фрукты. Фруктовый салатик. Еще у нас есть хлебушек. Можно сделать бутерброд. Так, картошка. Картошку нужно чистить ножиком. У нас есть ножик в этом наборчике. Эльдарчик ее почистит, а потом разрежет, и получится вот такие картошки. Что ты порезался ножиком? Нужно аккуратно. Нужно аккуратно. У нас ножик не настоящий, он игрушечный, пластмассовый. Эльдарчик так играет. А есть у нас яичко. Его пожарить и скушать. Ням-ням-ням-ням. А еще из картошки, которую чистит Эльдар, можно сделать вот такую картошку фри. А еще здесь есть такая булочка. В нее можно положить сосиску. И получится хот-дог. Этот хот-дог можно полить соусом. Пшик-пшик-пшик-пшик. И кетчуп еще у нас есть. О, все посыпалось. Есть вот такая котлетка. Ее можно положить на булочку и сделать сэндвич. Котлетка, салатик. Что ты там нашел? Пончик. Пончик Эльдарчик нашел. Огурчики можно положить. И сверху накрыть второй булочкой. И у нас такой сэндвич получился. Эльдар нашел напиток в баночке. Шипучий напиток. А еще у нас есть кукуруза. Вот, Эльдар взял сэндвич кушать, который приготовила мама. Ну как? Вкусный получился бутербродик. Игрушечный бутербродик. В этом наборчике 100 разных предметов. Есть еще разные коробочки с кашами. Различные фрукты, овощи. Много разных булочек, которые мы еще не успели показать. Они на пол упали. Например, вот такой батончик, вот такой круассанчик. Есть груша. Еще есть листья салата. Есть консервированная рыбка. Вот такой наборчик.